Российское общество, это, ну, оно инфантильно. Оно легко приняло коммунистическую идею, оно легко приняло перестройку, оно стало из атеистической, как бы там, квазирелигиозной. То есть это, ну, как ребенок. Оно в целом инфантильно по одной простой причине. Вот то, что я говорил, что бюджет, как в нормальной стране, люди работают, часть заработанного отдают государству, государство живет за этот счет. И поэтому люди от государства, которое они финансируют, требуют чего-то. А российское нет, приходит нефть, которая кормит государство, и государство еще часть этих денег отдает людям. То есть люди себя чувствуют иждивенцами, ну, как дети, да? Я могу выпросить сегодня 5 рублей на сладкое, мне дадут, если я буду хорошо вести. То есть они относятся к власти как к родителю.